Приветствую вас на канале TechRevisor. Бюджетные мультиварки, как правило, обладают достаточно богатым функционалом для приготовления широкого разнообразия блюд. Но при выборе недорогой модели в первую очередь нужно обратить внимание на качество чаши. Именно от ее надежности и покрытия зависит долговечность прибора. В этом рейтинге я собрал лучшие бюджетные мультиварки на 2024 год в наиболее надежном исполнении и с хорошим набором программ. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. На пятом месте рейтинга стоит Midea MPC6032. Мультиварка классической цилиндрической формы, выполнена в корпусе из сочетания пластика и металла. Она снабжена откидывающейся крышкой с отверстием для выхода пара и большой чашей общим объемом 5 литров. Благодаря антипригарному покрытию чашу легко мыть, а пища к ней не пригорает. Довольно большая панель управления наделена кнопками для выбора режимов и настроек, цифровым дисплеем и индикаторами, с помощью которых облегчаются настройки и контроль. У мультиварки предусмотрено 13 автоматических программ. В их число входит обязательный набор режимов, включая жарку, тушение, томление, выпечку и готовку на пару. А также есть автоматические программы для приготовления наиболее распространенных блюд – суп, паста, каша, плов, йогурт и хлеб. Еще у модели есть режим экспресс и мультиповар. Последний позволяет вручную установить любые настройки. Температуру приготовления от 30 до 150 градусов. И длительность от 1 минуты до 12 часов. Функционал предусматривает включение автоматического подогрева после приготовления блюда, но эту функцию можно отключить. При необходимости с помощью таймера можно отложить запуск программы на срок до 24 часов. Комплектация у модели типовая – мерный стакан, ложка, половник и контейнер для готовки на пару. Четвертую строчку занимает Syntec ST1495. Мультиварка выполнена в металлическом корпусе с элементами пластика и имеет оригинальный золотистый оттенок. Крышка с удобной ручкой снабжена паровым клапаном и контейнером для сбора конденсата. Чаша объемом 5 литров с керамическим покрытием обеспечивает готовку без пригорания и простоту ухода. Особенность этой модели – большое количество автопрограмм, всего их 42. Помимо стандартных режимов готовки, здесь есть запекание, фритюр, стерилизация, фондю. Также у мультиварки много программ приготовления определенных блюд. Например, бефстроганов, холодца, стейка, мясо на гриле, голубцов, лазаньи. Здесь есть и специальные режимы для приготовления овощей, бобовых, печеного картофеля, варенья и йогурта. Также хочется отметить отдельные режимы для приготовления разнообразных каш и круп, например, гречки и овсяной каши. При выборе режима можно отрегулировать время готовки и температуру. Часто используемые настройки можно сохранить на режиме «Любимая программа». После окончания готовки можно включить функцию поддержания тепла, чтобы блюдо дольше оставалось горячим. Таймер отсрочки включения у модели тоже есть. Он рассчитан на 24 часа. Такие функции предусмотрены у большинства мультиварок. Тройку лучших открывает Redmond RMC M04. Это самая компактная мультиварка в рейтинге, которая наделена небольшой по объему чашей всего на 2 литра. Алюминиевая чаша покрыта специальным антипригарным составом, что позволяет готовить без масла и легко очищать ее. В комплекте есть плоская ложка, черпак, мерный стакан и контейнер для приготовления на пару. Для удобства ухода у модели съемный паровой клапан и внутренняя крышка. Функционал мультиварки минимальный, всего 10 автопрограмм. В их число входят все часто используемые режимы. Жарка, выпечка, варка, готовка на пару, тушение, плов, рис, крупы и молочная каша. Особенностью модели выступает функция MultiChef Lite. Она позволяет вносить корректировки в автопрограммы даже после их запуска. А благодаря функции MultiPower можно задавать любые настройки для приготовления блюд по собственным рецептам. Есть у модели функция разогрева, поддержание готового блюда горячим в течение заданного времени – до 12 часов. И отложенный старт, позволяющий запустить программу через любой промежуток времени – до 24 часов. И в целом надежная модель с качественной чашей и широким выбором настроек. На втором месте стоит Garlin MR Solo 11.
Ключевое отличие этой модели состоит в покрытии чаши. Здесь использовано японское многослойное покрытие Daikin с отличными износостойкими качествами и долговечностью. Хочется отметить и внешнее стильное исполнение в черном цвете корпуса, так что мультиварка не выглядит бюджетной. А что касается функционала, у модели предусмотрено 14 автоматических программ. Варка, жарка, выпечка, тушение, томление, готовка на пару, суп, плов, паста, молочная каша, йогурт и хлеб. Для выбора собственных настроек предусмотрена программа Garlin Chef, в рамках которой температуру можно регулировать с точностью до 1 градуса, а время с точностью до 1 минуты. Панель управления удобная и интуитивно понятная. Есть дисплей для простоты контроля и уникальный индикатор MixLab. Он наглядно отображает все статусы работы мультиварки для еще большего удобства. Паровая корзина у этой модели выполнена из нержавеющей стали, а не из пластика, как у других. И комплектация в целом расширенная. Помимо ложки, черпака и стакана, здесь еще есть удобная силиконовая лопатка и приятный бонус в виде набора прихваток. Такой большой комплектацией не могут удивить другие участники рейтинга, включая лидера, хотя у него есть другие достоинства. Лидером рейтинга стал Polaris PMC-0593AD. Эта модель стала лидером рейтинга за подтвержденное качество и надежность. На этапе производства все детали, от крышки до термодатчиков и процессора управления, проходят тщательный контроль. Поэтому производитель обеспечил длительную гарантию – 2 года. Чаша мультиварки имеет долговечное, износостойкое антипригарное покрытие BioTo. Еще одно отличие модели – самый большой набор автоматических программ. Их 48. Здесь есть все необходимые режимы – суп, крупа, жарка, паста, молочная каша, тушение, выпечка, йогурт, варка на пару, варенье, плов, разогрев. В рамках каждого режима можно регулировать длительность готовки и температуры. Кроме этого, у модели есть программа «Мой рецепт Plus». Она позволяет запрограммировать поэтапную готовку с несколькими шагами от 1 до 3. Это помогает полностью автоматизировать процесс готовки сложных блюд. При необходимости включения прибора можно отложить таймером на срок до 24 часов. Также у модели есть функция автоподогрева. И она самая длительная в рейтинге, позволяет поддерживать блюдо горячим до 24 часов. В комплекте есть все необходимые аксессуары, включая корзину для готовки на пару. И в общем, эта мультиварка является лучшей в бюджетной категории за отличное сочетание качества, надежности и функциональности. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.